Есть города, столетия, как волны, над ними протекли за рядом ряд. О них красноречиво, но безмолвно седые камни с нами говорят. Но вечность не во мраморных громадах, она не только в прошлое влечет, она живет и дышит с нами рядом, и в будущее держит свой полет. Площадь у Белорусского вокзала. Если бы мы путешествовали не только в пространстве, но и во время, и надумали покинуть Москву, ну, скажем, в середине позапрошлого столетия, ждала бы нас тут на Тверской заставе малоприятная процедура. Отставной солдат проверил бы нашу подорожную и доглядел поклажу. Здесь, по камер-коллежскому валу, проходила граница города. И начиналась дорога на Петербург, протаренная еще в петровские времена. Можно считать ее первым шоссе в России. Вплоть до открытия железной дороги лишь дилижансы связывали две столицы. Ныне Ленинградский проспект в Москве самый широкий и зеленый. Летит время. До революции прозябал тут пригород с деревянными домами, подворьями, огородцами. Бег времени. Остро ощущается он у проходной второго государственного часового завода, строительство которого началось еще в 1924 году здесь, в захолустной Ямской Слободке. В наши дни изготовляют московские часовщики сложные и точные приборы времени, кварцевые, электронные. Именем «Слава» нарекли продукцию завода. Ждут ее более чем в 30 странах мира. Издательский комплекс «Правды» крупнейший в нашей стране. Только газет печатается тут более 20 миллиардов экземпляров за год. Старый корпус «Правды» решен в духе конструктивизма архитектором Пантелеймоном Голосовым, одним из создателей плана реконструкции Москвы. Новое здание стилистически увязано со старым. Те же ленточные окна, подчеркнутая геометричность формы. Говорят, газета живет один день. Это и верно, и неверно. Разве мертвы газетные полосы, воскрешающие события полувековой давности? В строю первая в Москве фабрика-кухня. Перейдешь через Ленинградский проспект, и вот она. Не просто памятник эпохи. Провозвестница нового, неведомого уклада жизни. Должно быть, хорошо помнят день ее открытия эти немолодые уже люди. Построена фабрика-кухня была по предложению рабочих окрестных предприятий. Ява, большевик. Большевик. Некогда Сиу и Ко. Существует более 150 лет. Богаты революционные традиции фабрики. Не случайно наименование.
Первым депутатом ее в Моссовете был Владимир Ильич Ленин. Летит время. Эти деревья не были свидетелями тех далеких событий, о которых мы вам рассказали. Посажены они значительно позже. Но и они, умея говорить, могли бы поведать немало интересного из истории города. Скучные слова, блочное строительство. И стали они как бы синонимом маловыразительной архитектуры. Но так ли это? Известный кружевной дом, крупноблочный первенец, опровергает подобное утверждение. Смелая фантазия, авторские находки. И вот современные здания не вступают уже в конфликт с трудным своим для архитекторов соседом. Скульптурной композицией диаскуры, укрощающие коней, что открывает аллею, ведущую к московскому ипподрому. Человек укрощает коня. С 1834 года проводятся тут бега и скачки. Молодецкая забава. Только забава ли? Здесь утверждаются успехи отечественного коннозаводства. Испытывают рысистых и верховых лошадей. Пятого заезда снимается, один пробег номер мудрая.